У нас в гостях Екатерина Сергеевна Зинчугова, старший преподаватель кафедры легкой и пищевой промышленности Луганского государственного университета имени Владимира Дали и Диана Щепаковская, студентка вуза. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. В Пятигорске прошел гала-показ моделей современной одежды Christmas Awards 2022. Ваша коллекция была удостоена премии года. Расскажите, ожидали ли такого результата и как готовились к этому показу? Честно говоря, для нас это было немного неожиданно. Сначала состоялся конкурс в Железноводске, на который мы повезли нашу студенческую коллекцию в количестве 5 моделей. Мы заняли там 3-е место, и после этого нас пригласили уже поучаствовать в Пятигорске в галопоказе. Мы размышляли над этим какое-то время, потому что все-таки уровень галопоказа выше, чем у конкурса студенческих работ. Но все-таки наше руководство настояло, Инна Григорьевна Дейнека, заведующая кафедрой, очень такой талантливый, внимательный руководитель, и она всегда за то, чтобы студенты продвигали свои творческие работы и дальше. И когда мы приехали уже на галопоказ Christmas Awards, и нам вручили премию, нам было очень приятно. Ну, то есть, честно, все эмоции, наверное, даже сразу словами не передать. А чем отличается гала-показ от просто показа, на который вы ездили до этого? Ну, до этого это был конкурс студенческих работ, по большей части. То есть, студенты разных вузов представляли свои коллекции, которые были отшиты в мастерских или в ходе каких-то курсовых работ или дипломной практики. И, в общем-то, это все представляло в рамках конкурсной программы. Гала-показ – это немножко другого плана мероприятия. То есть там уже идет презентация дизайнеров и каких-то выдающихся студенческих работ. То есть это больше идет программа, направленная на рекламу и на презентацию себя как молодого дизайнера. Ваша коллекция называется «В поисках лета». Как родилась эта идея? Ой, на самом деле, каждая идея – это целая история. Хотелось бы, вот знаете, мы каждую коллекцию стараемся сделать так, что мы как вот историю рассказываем какую-то. Ну, это история про вот таких вот солнечных, радостных девочек, которые несут миру позитив, добро, просто вот своим присутствием наполняют мир красотой. Хотелось бы это все привнести в современный женский костюм. Идея родилась, в общем-то, мы работали над ней в течение целого года. Был создан ряд поисковых эскизов, их было больше 100, да, кажется? Больше 150. То есть мы работали всем студенческим домом модели. Ну, то есть количество участников этого дома моделей варьируется там от 10 до 15 человек приблизительно. Ну, то есть одни выпускаются, другие к нам приходят. Но работаем очень тесно, очень слаженно. И, в общем-то, каждый приносит свою лепту. Кто-то лучше, например, рисует, у кого-то сильнее фантазия развита, кто-то сильнее как конструктор или в каких-то декоративно-прикладных искусствах, то есть там вышивка, вязание, роспись. И мы стараемся каждому найти свое место. А сколько моделей, образов было предоставлено на галопоказ? Ну, мы повезли свою коллекцию в количестве 5 образов. Модельный ряд выстроен таким образом, что у нас выходят сначала темные модели, вот они вроде как ищут это лето, а последняя выходит самая такая светлая, самая радостная и завершает, в общем-то, общую картинку. Диана, что вы предоставили на этот гала-показ? Я занималась разработкой эскизов, также помогала в разработке выкроек и съеме мерок. В каком количестве вы поехали на этот галопоказ? На галопоказ мы ездили с Дианой вдвоем. Да, у нас уже немножко не получалось, потому что у многих студентов началась сессия, им нельзя было пропускать экзамены, зачеты, поэтому у нас получилось так, что мы поехали в этот раз вдвоем. На Ферадис мы ездили вчетвером, было немножко легче, потому что кто-то сидит в зале, кто-то помогает с примерками, с корректировкой
изделий на моделях непосредственно. Но в целом мы справились хорошо, все прошло замечательно, мы очень довольны мероприятием. У нас остались самые теплые воспоминания об этом всем. Ну, то есть организаторы замечательно просто отнеслись к своей работе. Мне что понравилось, что это, наверное, первое такое мероприятие, ну вот именно модельный показ, где все было по часам. Вот прям нам, когда выслали тайминг, репетиции, выступлений, вот мы ни на минуту не отклонялись. И это на самом деле было очень приятно, потому что часто бывает такое, что когда очень много участников, все действие смещается на полчаса, на час, на полтора, и в итоге ты заходишь в номер гостиницы и просто падаешь с ног. Здесь, конечно, такого не было. Здесь еще остались силы, радость, вдохновение. То есть по Пятигорску удалось погулять? Конечно. Как вам город? Обязательно. Ой, замечательный город. Нам даже удалось побывать на вершине горы Машук в солнечный день. Горные вершины Кавказа просто потрясают воображение, и это так красиво, когда солнышко играет, когда снег в горах лежит. В общем, мы вернулись оттуда еще, знаете, вдохновленные какими-то новыми идеями, которые очень будем стараться развивать и дальше. Какие материалы использовали для создания коллекции? Чему уделяли особое внимание? Мы старались сделать упор на природные материалы, то есть не трогать блестящие фактуры, которые вот сейчас многие дизайнеры используют. Мы стремились к простоте, на самом деле. Мы использовали джинс, катон, трикотаж на основе хлопчатобумажных волокон. Много было декоративных вышивок, то есть мы использовали авторскую вышивку машинную. Тоже очень много на нее времени ушло, если честно. И что еще мы пытались в этой коллекции выразить? То, что при общей визуальной простоте силуэта там был достаточно сложный конструктивный строй. То есть каждая модель асимметрична, она достаточно дробная, и вот эта вот дробность как раз-таки играет, как вот, знаете, складываются стекляшки в витражах, то есть такие фрагментики. И вот, в общем-то, как мы над ней работали, как она у нас так вот по фрагментам складывалась, так вот она у нас потом и получилась. Что еще было сложно в работе над этой коллекцией? То, что мы застали как раз-таки период коронавирусной инфекции, дистанционное обучение. И если мы до этого работали в студенческом доме модели слаженно и все одним коллективом собрались в аудитории, обсудили, разложили эскизы, здесь был немножко другой принцип. Приходило по одному, по два человека, кто-то что-то принес, мне передал, я связалась с другими, пришли, забрали. То есть, но в целом все получилось очень здорово. Мы донесли свою финальную идею, довели идею до конца. Все как задумалось, так и получилось в конце. Поделитесь своими планами на будущий год. Ну, я очень надеюсь, что студенческий дом моделей будет существовать и дальше, что студенты к нам будут приходить не только с наших близлежащих кафедр, но и вот, собственно, с дружественных, с менеджмента. У нас девочка сегодня в студии сидит. Что мы будем и дальше вызывать интерес у студентов, у публики, что мы будем дальше делать интересные коллекции. Кстати, две уже в разработке. Рисуем эскизы. После Нового года собираемся разрабатывать конструкции, готовиться к новым показам, новым конкурсам. Диана, в чем твоя главная фишка? В чем ты считаешь, что ты вот максимально сильна? Мне кажется, это все-таки разработка образов, разработка дизайнов образов и вдохновление, поиск вдохновения в каких-то, возможно, литературных источниках также. Ты же с другого факультета, правильно? Как ты пришла вот к этому? Не думала, возможно, перевестись на факультет к преподавателям, которые вот ездят с тобой вместе в Пятигорск? Можно замечательно совмещать менеджмент и фэшн-индустрию. То есть это получается, да? Конечно. В будущем, в принципе, и хочу продолжать в этом направлении, но менеджмент не помешает. То есть и менеджмент, и фэшн-профессия
вместе. Рецепт успеха. Я понял вас. Ну, я как преподаватель хочу сказать, что у Дианы очень хорошо получается работать с цветом. То есть, это, знаете, может быть, кому-то дано, кому-то не дано. У нас есть девчонки, которые неплохо выражают себя в графике, в черно-белой, но вот с цветом желательно бы подтянуть. Здесь вот с цветом все замечательно. В общем-то, спасибо большое, потому что Диана нам помогала как раз-таки подбирать ткани, фактуры, цвета вот в этой коллекции. В общем, все получилось очень здорово. Чем ты вдохновляешься и какие идеи к тебе приходят? Ну, в данной коллекции я вдохновилась творчеством Рэя Брэдбери, а конкретнее рассказом «Вино из одуванчиков». Вот оно, такой летний, непринужденной жизни. Солнечное, да, вот то, что мы хотели передать в нашей коллекции. «Вино из одуванчиков». «Вино из одуванчиков». Интересное название такое. Спасибо большое вам за беседу. А нашим телезрителям я напоминаю, что в гостях «Утро Донбасса» были сегодня Екатерина Зинчугова и Диана Щупаковская. Творческих успехов и с наступающими праздниками. Спасибо большое.